когда стены не разделяют, а объединяют. Прием анкет для участия в областном конкурсе стрит-арта «Граффитима» стартовал. Заявить о своем участии уличные художники смогут до 12 мая. Анкета претендента должна содержать эскиз работы. Подать ее следует в администрацию местного муниципалитета. Отсмотр закончится 26 мая, а до 9 июня авторы прошедших первый этап конкурса заявок будут воплощать эскизы в жизнь уже на стенах по всей Московской области. Победители конкурса пригласят поучаствовать в международном фестивале стрит-арта, который пройдет в сентябре в Одинцово. В Трехгорке пройдет международный фестиваль граффити. Более 30 уже на сегодняшний момент, а будет порядка там 60 участников, подтвердились из разных уголков мира. Это будет урбоморфогенез, так мы его называем. Во всех смыслах этого слова это будет музей под открытым небом, где Подмосковье покажет все свои возможности с точки зрения граффити. В областном конкурсе «Граффитима» ожидают не менее ярких работ. Оценивать их будут в том числе и профессиональные уличные художники. Среди критериев – тема рисунка и степень его позитивного влияния на уличную среду. Очень важно при создании граффити использовать качественные краски. Хорошая работа может жить и 20, и даже 30 лет. Год от года качество работ, естественно, становится лучше, потому что люди учатся и учатся на предыдущих работах. И, собственно, это становится уже таким, ну, не знаю, конечно, это еще не консервативное искусство, но, тем не менее, уже пятый год, и надо сказать, что это классическое искусство в каком-то смысле этого слова. «Граффитима» проводится в Московской области уже в пятый раз, и год от года количество участников и работ растет. На конкурсе ждут всех желающих. Нет ограничения по количеству работ. Роман Попов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».